Ну все, уток нету. Морозы хорошие, не знаю, живые они, нет. Здесь раньше они сидели. А не, хотя вот одна уточка. Минус 30, на велосипеде катается. У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. Начало шоссе, в шоссе пролетают машины, шумят. 24 января. Сегодня уже немножко потеплело. Минус 22 показывал возле окна термометр. Ну где-то так и есть, наверное, 25 может. Потеплело. Начало недели было. Страшный мороз, конечно. Доходил до минус 40, а сейчас нормально, солнышко. Получается, с этими морозами сильными я не бегал, занимался дома, гантели, белый тренажер. Вот когда я был в Боровом на выходные, как раз там в горах мы заметили вот этот надвигающийся циклон зимний. Я ранее говорил о влогах, в морозы самое главное многослойность одежды. Вот еще сильные морозы. Помогает вот эта маска, защищает от холодного воздуха, чтобы не обжечь горло. Сейчас я бегу по ветру, в принципе, нормально. Стоит, приходится передвигаться, так вот нос перекрывать, а то можно отморозить. Еще ветер, где-то минус 25 и ветер, походу и влажность есть. Сейчас модные такие палочки. Скандинавская ходьба называется. Отличная вещь, кстати. Хочу взять вот в подарок. Стоит 10-11 тысяч. Это вот с такими замочками, где фиксируется вот, вот этими зажимами. А если просто раскручивающиеся, они уже подешевле. За 9. Ну вот с такими зажимами, конечно, лучше, удобнее. То есть вытянул их и этим замочком закрепил. Хорошие палочки. Ну, по-моему, есть где подешевле. Хотя цена... Раньше они дороже стоили. Еще хочу купить чехол на лыжи, чтобы с ними потом ходить в парк. Вот они тоже стоят где-то от 7 до 5 тысяч. 5 тысяч, вот это уже 7 тысяч. Не заметил, есть, оказывается, и за 5 тысяч, 5,5 тысяч. Это не раскручивающиеся, такие подешевле. Ну то есть выбор есть. 5 10, почти 11 тысяч, и в районе 8-9. Ну все, уток нету, морозы хорошие, не знаю, живые они, нет. Здесь раньше они сидели, сейчас нету уток. Может, под мостом где-то, навряд ли. А не, хотя вот одна уточка, вон одна плавает. Видите, нет, одна осталась, молодая совсем. А той стаи не видно никого, одна бедная плавает здесь. Я ничего не взял, ее подкормить. Честно говоря, забыл. Короче, одна бедная плавает. Других я больше не вижу. Молоденькая совсем. Надеюсь, выживет. Она, по-моему, даже специально подплыла, увидела меня. Пусть она там плавала.
А здесь сюда подплыл сразу, как я подошел. Как я соскучился от занятий на свежем воздухе. Когда сильные морозы были, дома сидел, занимался. Но дома все равно не то. Турник, брусья, как всегда, силовые упражнения со своим весом. Сейчас хоть и мороз, но такой приятный мороз. Ветерок легкий. Самое главное, солнышко светит. Отлично. Кайфую прям. Минус 30, на велосипеде катается. Дочка сама смастерила заставки из пластилина. Такое панно маленькое. Смотрите, это из пластилина сделано. Подарок мне сделала. Вот. Супер, да? Завтра выезжаем с другом в Околь. Морозы будут хорошие. Где-то был 30. Экстрим полный. Ждите следующего влога. Пока.